Вашингтоне прошел марш женщин, первый при администрации Байдена. Несколько тысяч человек требовали не допустить ужесточения законов об абортах в стране. Конечный пункт назначения – шествие здания Верховного суда США. Именно он в начале сентября отказался приостановить действие принятого в Техасе закона об абортах, который считается одним из самых строгих в стране. Я считаю, что сегодня женщинам очень важно по-настоящему бороться за право выбора. Точно так же, когда благодаря делу Роу против Уэйда было решено, что женщины имеют право делать свой собственный выбор. Никто не должен указывать женщинам на то, что они не имеют права выбирать, что делать со своим телом. Мы должны иметь возможность выбирать, что делать со своими телами, и точка. И я устала от того, что кто-то другой пытается завладеть моим телом или говорить мне, что я могу или не могу делать. Мы должны положить этому конец. Марш женщин прошел во многих крупных городах, в том числе в Остине, столице штата Техас. Там в начале сентября вступил в силу закон, который в большинстве случаев запрещает проведение абортов после 6 недель беременности, а также в случае, если зачатие – результат изнасилования или инцеста. Отмены или приостановки действия закона до сих пор добиваются правозащитники.